Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест героя. Это будет у нас Фрея с интересной прокачкой. Простой прокачкой. Одна с Бастом, одна с Пактом. Против героев, скажем так, неплохих. Посмотрим, попробуем сейчас, кто у нас может показать. Давайте пораставляем героев. Хотя, знаете, тут сейчас тоже расставлять придется, тестить даже по одному, один на один, то есть быстренько заходить, выходить. Почему? Потому что она может дамажить по всей карте. Так, давайте будем начинать. Получится у нас немножко дольше, но ничего не сделаешь. Поехали против сердцеедки. Ну, ее вынесло, скажем так, на изи просто. Поехали дальше. Давайте попробуем. Это с пактом. То есть у нас жизни меньше, ограничения у нее. Ей пофиг, в принципе. От хила у нее нет. Я сразу могу сказать, что против некоторых героев она просто не затащит. Например, таких как Огнит, потому что на такой прокачке с таким талантом вариантов особо нет. Так, против Рину. Интересно. Кто кого? Оп-оп. Ушатала. Красавица. Все-таки пак тащит. Так, поехали. Следующий. Пока что 2-0. Тащит всех. Мне кажется, ледяха ее ушатает. Если включится. А он включится. Так. Вот тут, кстати, интересно тоже будет на это посмотреть. Так как у Бигфута, в зависимости от того, сколько я выбью тот хил, хватит ли нам. 50. 136. Все, заморозил, ушатал. То есть разнес. Вот так вот. Хотя я думал, что все-таки ушатает. Давайте попробуем сборку с Бастом. Хотя, в принципе, это, я думаю, ничего не изменит. Ну, конечно, жизни-то побольше, но мы убираем урон. Вот он замораживает и все. И от Фрея фактически ничего не остается, мы отхиливаем. Ну, как видите, она дольше продержалась. То есть вариант все-таки получше Баст. Он будет, герой будет дольше из-за того, что жизни поболее. Ну, конечно, атаки в разы меньше. Но не ушатало. Так, поехали дальше. Кто у нас там следующий интересный герой? Да, Бигфутик остановил. Так, Седна. Ну, Ледяха, я думаю, тоже может Ледяной Феникс затащить. Потому что он заморозит. А вот Седна, не знаю, хватит ли ей от хила. Не, без вариантов. С пактом разнесла. Отлично. Ну, Фрея именно тот герой, который реально дамажит один на один. То есть он и в массовых локациях тащит, и в соло локациях однозначно это его. Так. ББшка. Кстати, интересно, если ББшка включится, он имеет все полностью шансы ушатать. То, о чем я и говорил, в принципе. Ушатал. Налегке причем. Теперь попробуем с Бастом.
Но тут подольше, но все равно он набафил себя, у нас урона просто нет. Вот так вот. Что тот вариант, точно так же, как и с Бигфутом, просто слились. Вот так вот, ребят. Не всех Фрея тащит. Конечно, на 20-х прорывах, 30-х может быть все по-другому, но в реальности, как есть вот такие вот варианты, они самые показательные, потому что можно нафигачить все, что хочешь, а тут у нас ничего такого нет. У нас все по-простенькому. Так, рогатка. Вот тут тоже, кстати, очень много вопросов. Мне кажется, рогатку тоже не затащит, скорее всего. Рогатка накидывает окаменение плюс приспешники. Тут вообще без вариантов даже. С бастом. Бастом, мне кажется, тот же самый вариант будет. Просто немножко дольше продержится. Хотя, посмотрите, как всекает. Нифига себе вытащила. Жесть. Это был неждан, ребят. Хорош. Это мне понравилось. Все-таки не все так плохо. Ну-ка попробуем баст на баст. Так, ослепление. Пофиг. Даже с бастом ушатало. Так, вольт не конкурент. Хорошо. Так, вольт не конкурент. Ну-ка посмотрим, сможет ли Ануби что-то сделать. Просто на изи разбирает. Нифига себе. Вот так вот, ребята. Унижение Фрея получил от Анубиса. Да, прикольненько. Ну, тут у нас еще отражалка срабатывает. Но все равно мы его не пробиваем. У нас дебафит жестко. Жесть. Просто тупо ушатывает. Обалдеть. Вот вам и неждан. Не все зависит. Точнее, все зависит от прокачки. Какие вы эмблемы поставите, какие чарки и прочее. У Фрея она имеет свои плюсы. Так, против стрелка. Ну, давайте попробуем против стрелка. До кого? Стрелок с пактом разобрал, с бастом, скорее всего, не успеет.
Да, с Бастом, как видите. Разница очень. Ну, почти. Ну, ушатали. Смогли. Вот тоже, кстати, интересно будет посмотреть, сможет ли шатануть Некроса. Нифига себе. На изи размотала. Причем с СО. Хорош. Интересно. Интересно. Огника. Я думаю, вряд ли разберет. Так, ворожей. Вот это тоже. Ну, ворожей не убьет. Ворожей, по идее, она должна шатать. Но это не точно. Сейчас мы это проверим. Блин, я и там вышел. Вот нуб. Короче, как видите, на практике без прокачек не всегда герой тащит против другого. То есть бывают моменты, где герой просто своим скиллом каким-то особенным тащит вимбы, а так по сути он ничего из себя не представляет. Так, ну что, ворожая? Не ворожая, просто на изи. Ну, это однозначно понятно было, потому что ворожая у меня, как обычно, от Фрей сливается просто так. Так, Афина. Вот тут вот, кстати, если Афина включится, она может обалденно просто передамажить за счет количества ударов. То есть тут тоже не все так просто. Вот видите, как она начала шатать. Так, понятно. Ну, с Бастом она однозначно вытащит Фрея. Точнее, Фрея с Бастом вытащит. Самое-самое интересное, самый сок начинается. Ребятушки, самый сок. То кого? Ну, конечно же, Огник. А единственное, что когда с Огника скилл спадет, он ее парализует. То есть один на один против Огника мало кто выстоит. Такс. Ну и опять же, смотря в какой прокачке. Махатма. Следующая имба у нас будет Махатмушка. Ну-ка, ради интереса я попробую. Может, нормально будет и так тестить. И не будет шатать по всей карте. Но это не точно. У нас, в принципе, там еще не так уж и много осталось героев для тестов. Как дитё разобрало просто. Просто на изи. Роза аналогично. Она должна ее разбирать, потому что у нее самый топовый
тут хил плюс 30%. То есть без варианта. С Бугичем, вот это интересно. Бугича. Я Бугича, она должна тоже считать. Так, она уже побежала других бить. Так, мне интересно. Ну, Бугича шатает. Пробуем с Ледяхой. Ледяного она не потащит. Даже в сборке с Бастом Ледяха просто ушатает. Как видите, заморозки и прочее. Все-таки герой боится и стана, и заморозок, и окаменения. Вот так вот. В принципе, можно и по 4 героя ставить нормально. Мы таких уже основных посмотрели. Так, Космо. Вот Аса будет интересно посмотреть. Землеройка. Землеройка, кстати, может хорошенько заблочить. Крон, мне кажется, разберет. И останется у нас две имбы для теста. Ну, не знаю, пишите комменты, что вы думаете. Ну, против других героев, конечно, она намного больше героев тащит. Но есть свои минуса. Космо сейчас, если включится, то все. Смотрите, смотрите, что делается. Ну, кто кого? А вот так вот, давайте еще разок. Не все так просто. Угу. Попробуем сейчас вариант с Бастом. Тут просто на изи разбирается. Тут просто блокируется. Вы ничего не сделаете. Смотрите, что делает. Просто наравне. Вот вам следующие герои, на которых, к сожалению, Фрея в такой сборке просто разгребают ее. Хоть и ограничения, это все равно не спасает, надо побольше жизни. Тут уже поинтереснее, как бы, ну, опять же, видите, парализует и урона не хватает. То есть Космо имеет, ну, в принципе, думаю, вы все видели, как я на битве гильдии бегаю. Мне нравится, когда Космо ее бьет. Аса все равно разбирает в любой сборке. А мы там уже Космо дамажим. Смотрите, видите, бьет. Ну, тут без вариантов. Потому что там идет доп. Удар. Вот все, включился, блокировка. Космоблоки, короче, все тупо мстят, чтобы не затащило. Нет, даже смысла нету. Давайте еще два героя. Как видите, есть герои, которые могут очень круто противостоять. Даже тот же самый Ара с Ремкой, я уже не раз вам показывал, бегал на битву гильдий, может тащить против этого героя. Так, а тут Свалина поставим. Ну давай, 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 давай. Затащила.
Интересно, Свалина сможет добить? Я думаю, вряд ли. Из-за ожога девятого она по нему просто даже попадать, мне кажется, не будет. Наверное, сейчас надо будет еще и брать командору. Да, я так и думаю. Придется убрать командору, потому что она мешает. Вот так вот, ребят, пишите в комментах, что вы думаете по поводу Фреи. Да, она тащер, все дела, но против некоторых героев она далеко не тащер. Это показывают именно такие тесты, где можно увидеть что-то интересное, новое. Я для себя лично много нового узнаю по героям. Есть моменты, ну, о которых даже не задумываешься, а они реально решают. То есть, те, на кого молчанка может действовать, не действует. Такс, окей, поехали. Последний тестик. Кто кого? Ну, дамажит она, конечно, его нехило так, но без вариантов. Просто налегке он ее постепенно уничтожает. Вот так вот. Вот такой вот свален, ребятушки. Все, пишите комменты, ставьте лайки, жмите репосты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.